Вот, ребята, по державочкам. Вот державочка изготовил для пластиночки. Пожалуйста. Пластинка. Отверстие в ней 5 миллиметров. 5 миллиметров винтик. Гаечка. Был резец. Он и работает как резец. Но с другой стороны напильником посверлил небольшой пазик. Вот так вот. Раз. И у нас имеется, уже эта штука работала. Сверлили мы ей, даже точили подшипничек. То есть она немножко, конечно, сломалась, твердосплавная пластина. Вот мы сняли с подшипничка, пожалуйста. Ну так, хотели попробовать, как она работает. Вот так вот она работает. Искры летят. Замечательно работает. И второй момент. Вот отпилил сейчас от кусочка рессорной стали. Ножовочка, ребята. Отпилил вот такую вот штучку. Сейчас тут засверлим дырочку и поделаем на подшипник. Будет накаточка. Накаточка. Значит, откуда берется рессорная сталь, ребят? Ну, конечно, из рессор. Вот она, рессора от Паджеро. Вот я ее вчера отпустил. Прямо в этой трубе. Засунул, поставил трубу на стоечку и снизу разогрел. А потом отпущенную ножовочкой вот на кусочки два листа порезал, ребята. И кувалдочкой легкой, надо, конечно, кувалдочку побольше, побольше. Легкой кувалдочкой выпрямил. Вот такие замечательные рессорные сталь. 55-я, наверное, на сталь говорят в интернете. 55-я, может быть, 60-я, ну, всякое говорят. Ее, конечно, надо отпускать, прежде чем обрабатывать.